17 сентября – праздник восстановления исторической справедливости, определивший судьбу нашей страны на многие годы вперед. Объединившись на своей исконной территории в 1939 году, наш белорусский народ стал настоящей нацией. Наконец, мы обрели самостоятельность, независимость нашей страны. День национального единства. Люди, вот я смотрю, у нас такие вдохновленные, радуются. Мы белорусы. Белорусская у нас республика замечательная, светлая, дружная, мирная. И дай Бог, чтобы наша страна оставалась всегда так мирной. У монумента жертвам лагеря «Тростенец» в День народного единства прошел траурно-торжественный митинг. Минчане собрались почтить память погибших. Ничего созидательного не будет, если мы не будем помнить. И на территории нашего района, к сожалению, располагается мемориальный комплекс «Тростенец». Это правильно, когда мы в празднике помним и отдаем память тем, которые нам помогли и воссоздали, создали этот мир. Это мирное небо, это спокойствие, это желание работать и трудиться. И только своим трудом мы сегодня можем говорить и констатировать факт, то, чего мы достигли.